Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу поговорить с вами о разных языках, об английском, о русском и других, и как они живут своей жизнью и совершенно не зависят от наших мнений или пристрастий. Рассказ называется «Предлоги». Утром я стоял на остановке в ожидании автобуса, чтобы ехать на работу. Со стороны Бристоля дул промозглый ветер с запахом моря. Обычная английская погода была готова измениться в любую минуту и в любую сторону. Вскоре показался автобус, и когда он приблизился, я прочитал на электронном табло над ветровым стеклом «Sorry, not in service». Дословно «Извините, я не в работе». «Жаль», – подумал я, поеживаясь от утренней сырости. Но буквально через минуту появился другой автобус. Но и он проехал мимо, светясь надписью «Sorry, not on service». Дословно «Извините, я не на службе». «Кажется, я попал на пересменку», – с досадой мелькнула догадка. «Или все-таки в пересменку», – задумался я через секунду. Но тут подошел третий автобус, и я, наконец, с облегчением шагнул в распахнувшиеся двери. Наблюдая из окна медленно ползущего автобуса, я заметил, что местные жители, страстные садоводы, уже с раннего утра неутомимо трудятся у своих домов, в садиках и на огородах. Мы неспешно ехали, подбирая все новых пассажиров, которые садились в автобус, но ехали уже на автобусе. Вспоминая ожесточенные лингвистические споры о том, как правильно говорить «на» или «в» такой-то стране, я поймал себя на мысли, что я работал в России, в Англии, в Бельгии, в Голландии, в Италии, а вот «на» Кубе не довелось. Да и родился я на Урале. Одно время жил на Кавказе, не раз работал на Алтае, в Пиренеях, а вот в Альпах или на Памире ни разу. Автобус плавно катился среди рощ, невысоких пригорков и пастбищ. В полях едва слышно урчал трактор, вспугивая стайки ворон. А на футбольных полях размахивали руками тренеры, вспугивая стайки футболистов. Следуя за движением мысли и автобуса, я не сразу заметил, как мы добрались до конечной остановки, въехав в университетский городок, или, как здесь говорят, на кампус. Выйдя из автобуса, я прямиком направился в университет, на инженерный факультет, в департамент архитектуры, на собрание, в свою лабораторию. Предлоги. Все это предлоги. Not on service, not in service. В автобусе, на автобусе. В саду, на огороде. В России, на Кубе. В Гималаях, на Памире. В университете, на факультете. В душе, на душе. В сердце, на сердце. Все это предлоги. И я не хочу, чтобы предлог становился поводом. Большое спасибо за ваше внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой литературный канал и до скорых встреч по четвергам. С вами был Николай Богатырев.